Дарья Чульцова, журналист телеканала Белсат. Мне 24 года. Я была задержана 15 ноября 2020 года. Вместе с моей коллегой, журналистом Екатериной Андреевой, я стала фигуранткой уголовного дела об организации действий, якобы грубо нарушающих общественный порядок. Это случилось после прямого эфира с места жестокого разгона силовиками демонстрантов на площади перемен в Минске. После административного ареста я не вышла на свободу. Мне предъявили обвинение и приговорили к 2 годам лишения свободы.